Гарнизонный дом офицеров из микроавтобуса выгружают мешки и коробки. Груз этот государственной важности. Он обеспечит работу избирательных участков во время выборов президента России. Сейф-пакеты, в которых будут храниться бюллетени, информационные брошюры, полиграфия. Новинка – униформа для информаторов. В эту дверь, где находится одно из помещений территориальной избирательной комиссии Одинцовского округа, входят обычные люди. А выходить будут настоящие информаторы, люди, которые обойдут всю Россию. Форму пошили на одном из подмосковных предприятий. Рядовым членам избиркомов эти куртки особенно любопытны. Им предстоит провести в них почти 3 недели. Мужская, женская. Одевайте курточки. Хорошая. 17 февраля и до 7 марта информаторы должны будут совершить поквартирный и подомовой обход всей России. Избирателям расскажут о том, что в стране проводятся выборы, каким образом можно принять в них участие и где ближайшие участки голосования. Наши информаторы будут одеты в куртки женщины белого цвета, мужчины синего цвета и бейджик. Всего в Одинцовском округе 744 человека прошли обучение для этой работы. Члены избиркомов шутят. Куртки получились достаточно стильными, чтобы у людей возникло желание сделать с информатором селфи. Тимур Гасин, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».